Ну что, продолжим поиски принцессы. Отличное настроение. О, что это такое? А, два красавца на облаках. Один бросает мне мячики колючие. А, это не мячики колючие, это черепашки. А второй бросает монеты. Эй, дракончик, стой! Что ты такой пугливый? Ты же мне помогаешь. Ты же у меня красавец. Молодец. Все кушаешь на своем пути. Все, что нам мешает. А ну давай, старайся. Иначе кто же мне поможет? В этой серии я расскажу вам об облаках. Посмотрите, какие бывают облака. Они кажутся воздушными и легкими. Но это совсем не так. По-настоящему облака средних размеров могут весить как два слона до 10 тонн. Несмотря на это, они легко перемещаются по небу. Так, подпрыгнем наверх. Давай своим язычком. Оп, съел. И мы теперь имеем возможность запрыгнуть на это облачко и пролететь немножко. Передохни, дракончик. Набирайся сил, отдыхай. Вот оно, облачко растаяло. А, это грибочек. Это он кричал, это он звал на помощь. Мы его освободили. Отлично. Красота какая вокруг. О, что это мы получили? Ты смотри, какой разбросался здесь своими колючками. Ай, ай-яй. Запрыгиваем на облачко и отдыхаем. А, какая красота! Все сверху видно! Небо такое чистое. Ай, ай, ай. Все, потеряли облачко. О, еще один. Ну, этот бросается монетами. Так. Опять нашли возможность покататься. Эй, куда бросаешь? Ой, уколол нас. Эх, я в ответ бросил огонь, но это нас не спасло. Этот дракончик вечно убегает. Такой трусливый немножко. Но мне без него никак. Ау. Эй, дракончик! Молодец, что ты вернулся. Жуй, жуй, набирайся сил. А ну-ка, язычок. Раз, мимо. Давай второй раз. Оп, съел. Эх, какой ты молодец. Ай, монетки соберем. И на облачке покатаемся. Знаете, какая красота вверху? Чистый воздух. Все, теряем облачко. Надеемся только на себя. Давай, помощник мой, старайся. Поменяли флажок. Марио здесь прошел. Отлично. Ой, ой-ой-ой. Ну что ты, стой, стой. Вот еще горе мне с этим дракончиком. Убегает и плачет. Ну ничего, он сейчас одумается и вернется. Он же знает, что он мне нужен. Эй, я к тебе. Ой-ой-ой. Меня зацепили. Вот мой родной дракончик. Ну что ты, что я буду без тебя делать? Давай. Молодец, помогай мне. Ну, теперь отдыхай. Ммм, какое радостное облачко. И глазки улыбаются у него.
и ротик до ушей. Красота! Эти растения – цветы хищные, зубастые. Хорошо, что дракончик их может уничтожить. А заодно он еще и фрукты какие-то собирает. Эй! Стой! Опять исчез дракончик. Ну, я сам справлюсь. Отлично. А, вот он! Родной мой! Интересно, что облака не могут образовываться без пыли. Ведь водяной пар сам по себе никогда не сможет создать подобную плывущую массу. Для этого ему нужны частицы пыли или же дыма. К ним и притягиваются капельки, из которых затем рождается облако. Один, одна монета, две монеты. Считайте со мной вместе. Три монеты, четыре монеты, пять, шесть, семь, восемь монет. Так, получаем другую возможность. Что мы теперь умеем делать? Один раз мы умеем бросаться огнем. Второй раз. Опять у нас возможность бросаться огнем. Огненными шариками. Эй, дракончик! Догоняй! Стой! Ты пробежал мимо меня! Ну что мне с ним делать? Ай, вот я его сейчас. Оп! Стой! Что ты такой взбалмошный? Бегаешь туда-сюда. Мы же с тобой вдвоем. Мы же с тобой сила. Я не дам тебя в обиду. Видишь, мы с тобой отдыхаем. Летим на облаке и отдыхаем. И монетки собираем. Вот он, флаг врага. Опустили. Ну что? Пошел я в замок. Пока. Пока-пока. А, что это здесь такое? Но здесь точно нет принцессы. О! Какие-то карандаши колючие с шипами. Так, я получил возможность новую. А что же я умею делать? Ух! Опять какие-то карандаши. Хорошая защита в этом замке. Даже если моя принцесса здесь, я даже не знаю, как мне ее освободить. Но я думаю, что я преодолею все препятствия. Я же Марио! Так, у меня есть возможность бросать огненные шарики. Ах, этот скелетончик. Мне их жалко, этих скелетончиков. Ну, ничего не поделаешь. Смотрите, смотрите, он ожил. Так. Оп, получил новую возможность. Бросаться огнем. Вот эти еще желто-зеленые черепашата. Ах, бедный, улетел один в воду. Так, подожду, пока выйдет эта решетка.
На ней не так-то легко передвигаться. Ох, а пока да внизу эти карандаши колючие. На решетке не так-то легко и удержаться. Ох, черепашонок, скелетончик. Прости, но ты мне мешаешь. Так, взяли большую монету. Так, голова к скелетончику, и он ожил. Вот живучие какие, а. Так, на решетке. Сколько их здесь? Мне главное с ними не столкнуться. Пусть себе ползают по решетке, пусть развлекаются. А вы знаете, что перед парадом на Красной площади, чтобы не было дождя, облака разгоняют с помощью самолетов. Рано утром самолеты поднимаются в небо и распыляют над облаками специальное вещество, которое замораживает капельки воды в облаке. И сразу это облако превращается в дождик. И тогда днем во время праздника будет ясная погода. А эти скелетончики внизу, на них огонь не действует. Мне немножко страшновато. Я могу уже упасть вниз на эти колючие карандаши. Они же какие мощные. Этот карандаш, если придавит, и мокрого места от меня не останется. Ну, посмотрите на этого скелетончика. Раз, голова вернулась, и он ожил. А я ползу. Если есть возможность, бегу. Так, куда же мне дальше двигаться? Надо же как-то... Ага, нижний. Так, перепрыгну на второй. Сложновато немножко здесь. Хоть бы не свалиться. Оп. Перешел на переднюю часть. Внизу вода. Что это за дверь? Эй! Кто там? Ох, ужас один какой. Это надо же было придумать такие карандаши. Ах, куда мне запрыгнуть наверх? О, фух, я думал, что... Ай, я думал, что он меня сейчас зацепит. А вверху? А, ничего страшного. Я не такого большого роста. Он мне не поцарапает голову. Так, внизу. Ага, флажок убрать. Марио здесь прошел. Ох, ничего себе. Так, новую возможность берем. Бросаемся ледяными шарами. Ну, что-то этим карандашам колючим. Ни огонь не страшен, ни ледяные шарики не замораживаются, не сгорают. Так, ох, хоть бы успеть. Запрыгнул, фух. Так, ну а ты что, дружок, здесь? Бедненький. Что мне с тобой сделать? Заморозить? И оставить? Ну и сиди замороженный. Так, вверх. А, ты смотри какой. Разбил ледяную оболочку. Ой. Так, здесь очень надо быть аккуратным. Ой, карандаш этот. Фух. Вот это да. Вот это охрана. Это надо же такое придумать. Такие ужасы. Так, сейчас будет нижний двигаться. Так, теперь верхний. Фу, я успел.
О, выход. Куда это я попал? О, так здесь вода. Да, что я могу делать? Бросать ледяные шары и замораживать. А, здесь теперь скелетоны рыбы. Там были черепахи, здесь рыбы. Они думают, что они меня напугают. Облака существуют не только на планете Земля. Также они есть на Марсе и Венере. Вы не с тем связались. Я же Марио. Одни кости и глаза. Вот выход, наконец-то. Так, теперь здесь нет воды. Очень хорошо. Но здесь опять эти карандаши. Ай, какой он длинный! О, ничего себе! Интересно, он там не разрушил стену? Как они хорошо защищаются, ты смотри. Так, ай, ой! Наклоню голову. Ой! Ух, вот это ужас. Слушайте, я смелый. Но не до такой же степени. Бывает мне и страшно. Так, успеть бы до следующей канавки. Так, монеты собрал. Ой! Фух. Какой ужас. А грохот какой. Все уши заложило. Так. Вот он, цветочек моих возможностей. Он мне дает новые возможности. Вот, огнем теперь могу бросаться. Ну, а что толку? Этот карандаш колючий ни огнем, ни ледяными шарами не напугаешь и не уничтожишь. Так, надо спрятаться. Точно он сейчас. А, я наверху. Отлично. Вот опять проходит. Уф, наверху не так страшно. Внизу страшновато. Ну-ка, быстрее, Марио, давай. Вот, добрался. А ну, может, здесь принцесса? Эй, кто здесь? Принцесса! Да. А здесь никого нет. Продвигайся вперед за огоньком, и никто тебе не мешает. Ой. Ты смотри, красавица. Это босс. А, и сверху еще второй. А, колдуй. Ничего у тебя не получится. Я же Марио. Давай, колдуй. Поможет ли тебе это? Ты смотри, красавица какая. Бантик одела, губы накрасила и грозит мне булавой. Что это такое? Что это он наколдовал? Вода наполняет эту комнату. О, хорошо, что я умею плавать. Ну, плыви ко мне, моя красавица. Что ты мне там приготовила? А ну-ка, огонечки тебе... Давай поджарю я тебя сейчас. Красота. Она бросает обручи. Какие-то огненные. А, красавица, закружилась. Давай. Пусть твоя голова закружится. Может быть, ума наберешься? А еще и кричит. Ты смотри, грозная какая. Знаем мы таких. Не первая ты. О, видишь? Трусишка. Сразу голову спрятала в свой панцирь. И мотается туда-сюда. Давай. Оп. Получи. А-а-а.
ну что ты разревелась? Проиграла? Нашла с кем связываться, я же Марио! Еще один ключ! Может быть, от комнаты, где сидит принцесса? Вот он я какой! Ребята, а вы любите рисовать? Тогда нарисуйте то, что вам понравилось в мультике, и пришлите мне. И ваши рисунки я обязательно покажу в следующих сериях. Мой адрес вы найдете под видео. Жду ваших рисунков. Пока-пока!